Нет, мы берем интервью. Они не скучные, они мне берут интервью. Нет, дело в том, если вы проводите одиночник, да, я вы должны стоять рядом. Она стоит одна. А рядом граждане, они никак не садятся. А если не журналисты? Нет, а можно же задавать вопросы. Если они проводят съемку, они подошли, сняли, задали вопросы и отошли. Ну вот, мне кажется, вы говорите. А куда отходить? Дальше у нас появляется вон дорога. Потом второй нюанс. Вы стоите у Колбрест. Это объект особой важности. Да, именно потому и есть. Желательно бы, чтобы вы стояли хотя бы на расстоянии не ближе 50 метров. Вот если вам не сложно, скажем, перенести. Да уже что? Начальник отдела обеспечения. А документы есть у вас? А вы переписывали там? Вы документы переписывали, другие. Или вам тоже? Кто переписывал? А вот, ну, тут приезжали на машине. У меня другая. Ясно. Thank you.
Спасибо.